Жители поселка Субулак рассказали о проблеме своего населенного пункта, которая не может решиться уже продолжительное время. Все дело в состоянии местной больницы. Медиков не хватает, а здание, которому уже не один десяток лет, разваливается на глазах. Подробности в следующем сюжете. Эта больница в поселке Субулак была возведена более полувека назад. С тех пор капитальный ремонт здесь не проводился. Врачи говорят, что, насколько это возможно, латают здание внутри и снаружи буквально собственными руками. Раньше здесь было 150 коек, сейчас, по словам медиков, ни одной. Большие проблемы с крышей здания, она протекает, а недавно еще и затопила подвал. Медработники все со стажем, опытные, там 50% пенсионеры, потому что никто в наш поселок не едет. Основная проблема то, что действительно очень большое здание. Очень большие идут потери электричества, поэтому как бы желательно или новое перебраться вот эту в двухэтажку нашу и починить крышу. Но насчет крыши вопрос уже не один год стоит. В этом году стоит вопрос о капитальном ремонте крыши. А насчет переезда в двухэтажку и ремонте ее капитальным вопрос рассматривается, но еще не решен. За комментариями. В учреждении ситуации мы обратились к акиму Уланского района Ринату Курманбаеву. Да, этому зданию сейчас требуется капитальный ремонт. Нет необходимости в трехэтажной больнице. Больницу надо ремонтировать. У нас в планах есть решение этой проблемы. Сегодня в поселке проживает около 2000 человек. С состоянием единственной больницы обеспокоены все. Мы будем следить за развитием ситуации. Медиа Джумабай, Максат Никметов, Ерсен Цетебаев, Алтай Акпарат.